Всем привет! Сегодня я покажу вам наши помидорки. Держу камеру на уровне своих глаз. Смотрите, высокорослые помидорки уже переросли меня. Такие высокие кустики, так они сидят в ряд. У нас 24 куста. Это мы первый раз с мужем посадили. Нам случайно достались саженцы. Брат мужа нам привез. Тут, по идее, 4 вида помидорок, но я пока что... Они еще зелененькие, вот такие они большие. Внизу вот такого размера. Некоторые кусты настолько тяжелые, что не выдержали и немножко опустились вниз, прям кустики. Вот такие большие помидорки на них. Конечно, я в интернете смотрела, у людей урожай бывает побольше, но они какие-то подкормки, что ли, им сыпят. Мы решили ничего не сыпать им, ничем не поливать таким. Сколько вырастет, столько и вырастет сами. Это другой какой-то сорт. Сейчас покажу вам еще один огромный, смотрите, какой большой. Вот он еще зелененький, а уже видите какой. Интересно, какой он вырастет, когда поспеет. Там уже начали спеть в начале в самом. Сейчас покажу вам помидорки черри. Смотрите, какого они размера большого. Вот. И здесь вот еще зеленые, а уже какие огромные. Сегодня буду снимать пробу. Там он есть спеленький. И там дальше тоже. Поспевают уже. Так что в этом году мы с помидорами. А там вон дынька. Ну, видно? Да, видно, вон она. Случайно сама выросла. Мы в прошлом году выбрасывали под это дерево пищевые отходы, очистки, семена, и арбуз один вырос. Вот помидорки еще черри. Да, это инжирчик у нас растет. И вот мы под инжир выкидывали эти отходы. Сейчас покажу арбузик. Вот такой огромный длинный арбуз. Я не знаю, когда он поспеет. Надо будет где-то посмотреть, как определить вообще спелость арбуза, когда срывать его надо. Еще одна дынька. Но мы этот куст в другое место пересадили, когда он был еще маленький. И на нем тоже одна дынька выросла. Ну, мы не спецы, конечно, по выращиванию таких растений, поэтому у нас на одном кусте по одной дынке. Ну какая разница, все равно муж поливает инжир, и влага достается еще и этим бахчевым растением. А это портулак. Зацвел уже. Я его в салатике использую. Помидорки еще цветут и собираются цвести. Этот сердечком прям. А этот такой вот приплюснутый сорт. Не терпится уже их попробовать. А черри я сегодня чуть позже буду собирать и покажу вам мой урожай. Пришла собирать помидорки черри. И вот решила вам показать. Смотрите, видите, там сзади кактус попутсосика. Я не помню, как они цветут. Я обычно обращаю внимание только, когда на них плоды нарастают. Так, вернемся к помидоркам. Видите, какие высокие. Но эти уже переросли не только меня. Они уже и моего мужа переросли. И вообще. Кстати, я старалась формировать их в один ствол, эти помидоры. Вообще все помидорки, и черри тоже. Ну вот некоторые прозевала. Вот это, кстати, самый высокий. Это один из тех, которые я прозевала. Сделала в два ствола случайно. Мне как-то на ютубе кто-то прокомментировал мой комментарий, что если делать два ствола, то будет раза в полтора больше урожая. Вот если сравнить, например, с одинарным. Ну вот одинарный, допустим, да, вот на нем. На одинарном стволе вот столько, да, а это двойной, смотрите, вот на двойном, ну побольше, да, даже не в полтора, ну раза в два на этом побольше. А есть одинарные, на которых мало, например, вот этот, что-то с ним случилось, листики у него пожухли, ну я не знаю, муж их брызгал, конечно, не подумайте, что мы совсем за ними не следим тут. После того, как он побрызгал, они перестали жухнуть и появилась
Такая красивая верхушечка у него. Этот тоже одинарный. На нем, ну, много, в принципе. Ну, может быть, не так, как на том двойном. И он невысокий получился. Тоже, да, кустики разные. Посадили вроде бы в один день, должны быть, по идее, одинаковыми. А они все разные высоты, видите. Причем разница такая, сантиметров 50-60. Срываю все, что красненькое. Все, что мне нравится. Эти, наверное, завтра сорву. Так. Что у нас здесь? Здесь тоже несколько. Вот. Помидорки. Это какая шикарная гроздь. Смотрите, сколько. Ну вот, два стебля. Два стебля и такой урожай будет. Так, ну вот это наш первый урожай сегодня. Классно, пошла делать салатик. Зая, посмотри, какие помидорки.